То, что у него нокап стройки, это просто жесть. Это просто жесть. Он такие штуки делает. Так, ладно, ребята, давайте чекаем Аполлона. Я не знаю, насколько он сейчас хорош в этой мете, но мне кажется... Не знаю, мне кажется, что не очень. Лучше бы рокера взял, да он чуть поднадоел. У меня ППС почему-то проседает. Из-за брофорса, скорее всего. А, у меня еще фотошопы всякие открыты. Не-не, они обещают вернуть, ребят, обещают. Аполлон как Аполлон, ну что, посмотрим. Ну, Ева, не видишь, они как бы не знали, получается, предыстории, так сказать, почему так случилось. И подгорели резко. Да нет. Может, в другом скине каком-нибудь. Меня чуть не убили за то, что спринт дал. Здорово, здорово, Жень. Ну да, мог бы. Мне главное хорошо Ареса прохарасить, чтобы он не пытался как бы нас убивать. Здорово, здорово. Что, будет прыгать она, нет? Ну вот я типа без хп такой. Ну не-не-не. Сол випер. Что такое сол випер? А, вулкан, нет. Давай, ребят, отойдем. Уже без клана мы бы не тот. Может быть. Иди, танчик. Ты танк или я? Да знаешь, Кортекс, в этом-то вся и проблема, то, что они в ранке-то играют. Надо лучше мультипоты стартера не попадать. Может быть, да.
Они в дуэли вроде как получше играют, там же у них кот мастерит им всякие гайды там и все такое. Если вернут во время десей, то праздник будет, да. Но они, да, у них харассмент, не харас. Блин, нормальный трек такой, мне нравится. Буду вставлять его в ролики в конце. Ребят, подпишитесь на YouTube, пожалуйста, кто не подписан. Да ты под бафом, да, я не хочу с тобой драться. И Агни тут. Да, классно. Самый клевый ВП у Гандами Тани. Ну да. Такой. А Вулкан на спавне. Блин, 100 монет мне не хватает до перчатки. Блин, из-за Брофорс у меня лагает, по ходу дела. Лол. Что, блин? Сейчас я закрою. Хрен с ним. Ну и все, FPS вырос. Я бы сейчас мидера разъебал бы морально, где. Сосинадо. Классно, блин, я не знаю, почему вам не нравится он. Свиноза еще играет, да? Живой еще? Потеет. Помню, это с бубной в тиме попался. Кто такой бубна? Не помню. Сейчас бы не попадать автоатакой. А, ну я попадаю, смотри. Здорово. Окей. Окей. Брат. У нас мидор АФК, да?
Это света же. Я уже, если честно, запутался, перезапутался со всеми. Кто там бубны, кто не бубны. Арта русская. И маны не хватает на единичку. Вот это кайф. А, нет, все нормально. Нет, 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 не задай пойдет. Нет, не поймай. Не поймай кабана. Хорош, танец, хорош. Мог бы убить, конечно, ее. Это мой косяк, на самом деле, то, что Танатоса убили. Но я не подумал, то, что он такой жесткий и, типа, разнесет в клочья и Артемиду тоже. Ваюлев, ну вообще, если бы я остался, типа, я бы поймал бы ульт в лицо и умер бы. Разница большая в левеле, поэтому на изи. И она в меня стреляет. Не в крипов, а в меня. Он даже ульт не юзнул. А помнишь, что играл в птицы и грушам? Будете еще? Да, будем. Нам понравилось, ребятам вроде тоже зашло. Не знаю, если вы будете говорить, что это норм, то мы будем играть. Астронга зовешь с собой? Если честно, как-то мы об этом не говорили. Мы общаемся нормально на стримах, но вместе не играли. Я бы с ним поиграл в паладинов, допустим. В смайт мы оба в ранке доиграем. В ранке, да мы в смайт сами не поиграем. Гезер. Еще не купил. Ура, смайт. Привет, привет. Со стронгом тоже нужно поиграть. Хороший парень. Много делает для смайта. Это приятно. За, мне кажется, Раст еще бы зашел. Я бы в Раст тоже поиграл. Он у меня есть, но не с кем играть. Типа, никто почему-то не хочет в Раст играть. А я в него один, ну как бы я его купил, но не знаю, как в него играть один. Вот. В Раст бы я поиграл, конечно. Мандарон уменемику алмасадя. Я оставил, да, там? Вторым, блин, обязательно. Не, нормально, Аполлон себя чувствует, на самом деле. Я думал, будет хуже гораздо.
Все, вайпер развали. Мы это два сразу сломали, то еще четко. Как смотреть так людей до хера? Да, здорово, Димас. Здорово, здорово, братан. Да, Хабибу сразу залетел, мне 300 закинул. Мгновенно, как смайт увидел. Ну, смотри, застрелил крипа-то. То, что у него кнокап стройки, это просто жесть. Это просто жесть. Он такие штуки делает. Спам смехом, когда титаны снесет от нас. Блин, я так давно за полон не играл, но он очень жесткий. Ты через криты же пойдешь, я думаю, да. Чё, кто? Я даже вот так и сделаю. Матанза. Блин, я его не спасу, даже если на ульте полечу. Хорош. Кто там грязь творит? Вулкан. На полоне кто-то без критов играет, но... Наверное, да. You welcome, говорит. Земля пухом таким Аполлоном. Not play them so hard. Yeah. Застелить хотел? Не-не-не, он же поджидал, мне специально сказал, типа. Кстати, если бы я взял сейчас не криты, а экзегутор, не факт, что мы бы... Я так... Ну, мы бы его, наверное, убили, Ареса, но не так быстро. У меня 3 крита подряд вылезло, да? Или 2, по-моему. А Игорь собирается норм стримить, или он так? Пока он так. Я не знаю, что он бежал, но ладно. Герлинг? Нет. Ты в приключения-то пойдешь? Да, хочу посмотреть. Забываю постоянно, давайте после этой пойдем. Нет. Игорь, который барбекю. Он не изморалится то, что у него типа зрителей мало. И я ему говорю то, что это норма, нужно... Нужно просто подождать. Но он типа не хочет. Не знаю. Последние дни он был дома, я видел то, что он играл, но он просто стрим не запускал. Какой я это дел? Инпарабле. Жесткий Аполлон, конечно. Это же голда? По-моему, да. Джет стрим, да, я не знаю, кто это. Хочу быть топовым ютубером, как мне стать им? С кем переспать? С каким-нибудь топовым ютубером.
Еф, я не знаю пока. Я не знаю, как на это Катя отреагирует. Это нужно с Катей поговорить. Что раньше с этим были проблемы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я не знаю, надо ли оно ему или нет. Он типа, ну, не знаю, не хочет, что ли. Просто понимаешь, что тут еще отношение к игре важно. Потому что он... Ну, играет смайт ради того, чтобы стримить. Он не любит смайт, он говорит то, что смайт говно там на каждом стриме, знаешь. Как в это можно играть и вот такое все. Ну, я ему говорил, поменяй отношение к игре, нормальная же игра. Он играет в доту. А я, короче, трансляцию футбола подрубил, стучал, зашло у них худый платный. Я уже думал, то, что что-то подобное, чтобы стримить. Да я пройду. Кабана убью. А фу, блин, это же наш Танатос. Я думаю, нифига там еще и Танатос ворвался. Тут надо задать вопрос, как можно не играть с ним. Я просто ему говорил, спроси у Кати, если ты хочешь. Он не написал, значит не хочет. Ну, тоже верно, с одной стороны. Я тоже не сыграл в Paragon ни разу, вообще ни одной катки. И стрим ни один не видел. Видел пару видосов там. Сколько я дамага держал. Ну, это ГГ ВП, отличная катка. Лол, как я его поймал. Отличная катка, отличная катка. Вот ее можно вылить на YouTube, потому что на Аполлоне у меня каток вообще, по-моему, ни одной нет, да и я им редко не играл. Редко играл. Просто берешь и не играешь с смайт, он же скучный. Смайт неплохой, он просто другой. Просто хотел посмотреть, сравнить с смайтом, и как-то не вышло. Ну да. Нравится, как чай по парагону, идея была прикольная, но бабок у него до херов бутывать надо было. Просто берешь и выходишь в окно. Мы выиграли.